Если враг пробьется, мы потеряем то немногое преимущество, что у нас есть. Нельзя, чтобы сегодняшние жертвы были напрасны. Вперед! Отбросим врага! Пусть проклянет день, когда пришел сюда! Конор, друг мой, вы как раз вовремя. Увидите нашу славную победу. Где Чарльз Ли? Этот негодяй является в разгар боя и начинает командовать. Приказывает всем наступать и уезжает, а мне расхлебывает. Откуда они взялись? Всем немедленно отступать! Все ко мне! Сюда! Живо! Я удержу позиции. Уводите их отсюда. Я оставлю с вами своих лучших людей, пусть охраняют вас. Они пойдут на все, чтобы вы победили. Бон шанс, мон ами. У нас мало боеприпасов, сэр. И враг на подходе. Нужно отступить, догнать остальных и прикрыть их отход. Oh!
Уходим! Вы будут стрелять! Отвлеките их! Идите! Я справлюсь сам! Ничего! Идите к остальным! Браво, мой друг! Вы сегодня спасли многих. Коннор? Чарльз Ли вас предал. Вынудил людей отступить в разгар битвы, надеясь, что после тяжелых потерь вы потеряете свой пост. Что? Я уверен, он что-нибудь наплетет, мол, его превзошли числом, или обвинит меня. Все ложь. Последний раз говорю. Он ваш враг. Он не уймется, пока не убьет или не опозорит вас. Похоже на правду. Ли вел себя подозрительно на поле битвы. Раз так, я немедленно начну расследование. Для этого слишком поздно. Все нужно делать по закону. Или мы ничем не лучше их. Я уж не говорю о возможных политических осложнениях. Если вы помилуете Ли, я убью его сам. Наслаждайтесь победой, сэр. Это последнее, которую принес я. Дезмонд, неприятности. Твой отец у Абстерго. Где? В Италии. Там же, где держали тебя. И чего вы ждете? Пошли. Это не все. Снова здравствуйте, мистер Майлз. Надеюсь, вы в добром здравии, насколько позволяют обстоятельства. Похоже, у каждого из нас есть то, что нужно другому. Я предлагаю сделку. Отдайте мне яблоко, и я верну вам отца как есть. Откажетесь, получите его в намного худшем состоянии. Думаю, неприятные последствия вам не нужны. Я знал, что это случится. Не думал, что так скоро. Интересно, в Абстерго вообще знают, что тут грядет? Или это просто часть их плана? Может, они хотят конца света? Увидеть, как все сгорит? И заполучить новый мир, краи как хочешь. Нужно искать новый источник энергии, бросить отца там. Он, наверное, этого хочет, чтобы мы закончили миссию. Я так не могу. Отнимать жизнь тяжело, но бросать своего, зная, что я мог этому помешать, ни за что. Может, я рискую и собой, и всеми нами ради одной сволочи.
Но что мне еще остается? Это сволочь мой папа. Скорее всего, его держат на верхних этажах, там же, где и тебя. Дальше по коридору будут лифты. Не дай себя заметить. Они знают, что я здесь. Не могут не знать. Это была плохая идея. Сэр, отдайте оружие и следуйте за мной. Спасибо. Я сам найду дорогу. Не нужно некрасивых сцен, мистер Майлз. Тогда пропустите. Обезвредить объект. Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, сдайся охране. Дальше придется лезть самому. Где-то рядом. Куда он делся? Ничего, я знаю. Отдай яблоко. Давай по-хорошему. Тебе некуда идти.
А у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас! Не сейчас! Меня еще ждет работа! Нет! Убирайся! Это еще что? Что за хрень тут творится? Убирайся! 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 Видишь. На пятом. Кабинет Видика прямо. Ты убил его. Дэниел был мне как сын. Пусть больной сын. Но он подавал надежду. Он столького достиг. С таким мастерством. А ты забрал его у меня. У нас, как я. Мы хотим спасти мир, Дэн. От самого себя. А ты ставишь палки в колеса. Весь наш труд погиб. Ты фанатик. Где вы там? Видите ли, что это мы зло? Мы вершим неправедное. Мы обогащаем жизнь, храним и преобразуем. А ты только забираешь. Забираешь чужое. Отец. Не так быстро, мистер Майлз. Если вы не поняли, огнем управляю я. Отдай мне яблоко. Хочешь? Супер. Получи. Стой! Нет! Ты должен был приходить сюда. Ты рискнул всем. Ради чего? Чтобы спасти своего отца?
Ага. Я бы подключил источник перед тем, как лезть в анимус. Но выбирать тебе. Финиш близок. Нутром чую. Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда. Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию. А значит, к миру. Коннор, он зовет тебя. Здравствуй, Коннор. Ну же, от твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурехи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф Деграсс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Хотя Чарльз Ли скрылся, мы еще не в безопасности.
но командующий. Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание, ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки.